Доброе утро, друзья. Сейчас я нахожусь во Франции, в Париже. Я сейчас за завтраком. Спросила разрешение всех французов, не буду ли я никому мешать, если я начну записывать свое видео. И сегодня я хочу рассказать о том, как можно получить вид на жительство во Франции с минимальным пакетом документов. Этот вид на жительство подходит тем, у кого есть работа в своей стране, или более детально скажу, доход в своей стране или, в принципе, в любой другой стране, но этот доход должен быть пассивным. То есть вы должны быть не прикреплены к определенному месту работы. То есть вы можете проживать во Франции, но при этом будете получать доход, например, от каких-то инвестиционных вложений. Может быть, это будет аренда жилья, может быть, это будут какие-то социальные выплаты. Или вы можете выполнять, например, какую-то работу по договору. Например, вы фрилансер. Также сюда можно отнести блогерскую деятельность. Значит, сумма такого дохода должна быть минимум 1500 евро на одного человека в месяц. Да, то есть вы можете подтвердить такую сумму любыми документами, да, официальными. То есть это могут быть договора, это выписки из банковского счета, какие-то брокерские счета, то есть все что угодно, да, то есть это должны быть официальные документы. Итак, 1500 евро на человека. Пункт номер два. Здесь вы должны подтвердить наличие денежных средств на проживание на период 1 год. Далее, что вам нужно будет подтвердить, это пункт номер три. Здесь это наличие недвижимости, где вы будете проживать. То есть это может быть как купленная недвижимость в собственности, так и аренда. Более того, хочу заметить, что расположение этой квартиры может находиться там как в центре города, так на окраине, так и в любой провинции. То есть это не принципиально. И также не принципиально по размеру, сколько составляет ваша недвижимость. Просто основным требованием является наличие документа о праве собственности или наличие договора аренды. В дополнение ко всем этим документам, конечно же, потребуется страховой медицинский полис, да, который сможет покрывать ваши расходы, когда вы будете проживать на территории Франции. Такой вид на жительство выдается сроком на 1 год с возможностью продления. При этом нет каких-то определенных критериев, сколько дней вы должны проживать в году. Поэтому такой вид на жительство подойдет очень многим независимым лицам. Да? Те, кто хотят путешествовать, при этом имеют свободную профессию, могут работать в своей стране. Могу сделать заметку, что для блогеров очень подходит получение такого вида на жительство. Могу сказать о себе о том, что я раньше просто не знала такой просто возможности, о том, что можно получить вид на жительство, всего лишь показав о том, что у тебя есть денежные средства. Средства для проживания. Кого заинтересовала данная услуга, пожалуйста, обращайтесь к нам в WhatsApp по номеру телефона, который будет указан у нас на экране. Также можете писать комментарии под этим видео, мы обязательно ответим каждому.